Нажимай. О, молодец. Едем вниз, да? Да. Сегодня утром встали. И куда мы едем? В бассейн. Да, мы едем в бассейн. Сейчас, подожди, я себе кофе возьму, хорошо? Быстренько, быстренько кофе возьму. И булочку тебе попробовать. Я буду сидеть, ты будешь купаться и будешь булочку мне кушать. Давай? Пойдем? Пошли. Завтрак 6:30 утра до 9:30. Есть, есть. Где? А? Там вот есть булочки всякие. Есть тост, фрукты. Вот, я смотрю. А? Вот. Горячая еда есть. Что у нас здесь есть? Нет, ничего нету. Что там? Ничего нету, горячей еды нету. Да, да, утро в отеле, особенно где есть хороший вкусный завтрак, это и бассейн, и тепло, это классно. Максик пошел купаться в джакузи. Там теплая водичка. А вот он, отельчик. Holiday Inn Express. Булочка с синамоном настоящая. Приезжал? Булочку? Да, давай. Ам-ам-ам. Ам-ам-ам. Давай-давай-давай. Иди. Вот. Настоящий синабон. Синабон булочка на самом деле. Отель стоит $123 плюс там таксы, сколько там, 8-10 долларов таксы. Вот, еще за собаку здесь взяли, хотя для собак разрешены, но в некоторых отелях за собак берут, здесь еще взяли за собаку еще $30. Макс уже окончательно научился плавать, прыгает. И плывет. Молодец! Не тяжело? Не тяжело? Сонные. Сонные. Девчонки, а мальчишки уже не сонные. Приветики. Доброе утречко. Как делишки? Ну, ты набрал себе, да? Просто Филадельфию без всего? Или нет, ты еще не взял? Хлеб готовится. А, хлеб готовится. А блинчики тогда не готовишь? Не знаю. Знаешь? Не видел. Такая штука делает панкейки. Яйца, мука, молоко. И вот здесь мы нажимаем ОК. Используем. О, making one or two. Сейчас он начнет все делать. Okay. Начнет делать. Ну, убери и возьми другой. Вон. Вау, наливается автоматически, и сейчас будет готовиться. И сюда будет готовый блинчик вылетать. Давай, прыгай. Леша набрал себе еды и пришел к бассейну. Завтрак у бассейна, да? Давай. Не здесь, не здесь. Давай, давай.
Понабрали тут, а? Прям вообще. А, давайте. Ага! Мальчик научился плавать. Давайте. Вау, Максик, 4,5 годика тебе, ты уже плаваешь, да? А вон там? Молодец, чемпион. А там я плавает папа с Илюшей. Я все, что до этого я говорила, это все видела, не видела, фото. Я не фоткала и не снимала. Просто держала палец на телефоне. Нормально вообще. Илюш, давай плыви. Илюш, плыви ко мне. Нет, давай плыви ко мне. Давай плыви. Он уже не хочет играть на камеру. Нравится тебе? Нравится? Нравится купаться? Да, нравится, скажи, да? Тик-тик-тик-тик-тик-тик. А, в рот засунуть хочется, да? В рот не надо эту водичку засовывать. Пока дети старшие купаются, Илюша тут у меня сидит, да? Скажи, я сижу тут, загораю, да? С Синёчкой мы сидим, конечно же. Никто не загорает. Да, скажи, вкусно. Вкусная грызка, да? Интересно, скажи так. Вот они все купаются, а я сижу, да? Я сижу, скажи, да? Сижу, да, сижу. На. Какие шарики тут еще? Можно шарики погрызть? Шарики можно погрызть. Там Полина загорает. Полина! Завтрак у нас тут стоит. Такой номер, здесь диванчик. Брат, помоги мне! Спасибо. Мы поселяемся. Уже взяли вещи. Небольшая кухонка здесь. Туалет с душем. Мы все уже выехали. Они уже выехали. Отельный. В принципе, вот эти баксы достаточно удобные, эти коробки, потому что ты их берешь с собой в отель, в отеле уже разбираешь, собираешь, а сюда приходишь, просто их чик сюда сложил сзади и все. И не надо ничего. А то обычно у нас весь багажник забит там, одно, второе, третье достаешь, да, и куча такая мала получается, да? Вот мы приехали в North Port, это чуть ниже Тампы, Флорида. Нет. Тут такой райончик зеленый. Руси дома. Как еще? Вон слева. Тихо. О, прикольно! А, так я же по фоткам его видел, пошли. Прикольно. Красивые двери такие. Все, выходи, можно выйти, пожалуйста? Да. Реально очень красивые. Чисто вилла такая. У тебя есть Range Rover? Нет. У тебя есть iPhone. Да. Все, мы приехали. Сейчас будем здесь ночевать. Вот здесь палатку разложим сейчас и здесь будем. Максик приехал, да? Если хочу поговорить с чемоданом.
Мама, дай проверим. Подковы. Это местные нас ждут. Что здесь код? Видно. А, вот. 0,72. Открывай. Так, собаку не надо запускать. Почему? Потому что. Папа не спьет. Умай. Какой миленький дом. Большой прям. Мам, тем временем бегает. Вот такой вот домик. Сделаем вам обзор на Airbnb. Очень хороший дил у нас получился. Всего лишь $90 в сутки стоит. Трехспальный. 30 минут до Сарасота пляжа. Это, кто это? Кто это? Они там мужик уже ночевать. Мужик, валей отсюда. Валей отсюда, мужик. Валей отсюда, сказал. Что вообще здесь делаешь? Ты как сюда попал вообще? Ты вообще как сюда попал? Ты как сюда попал вообще? Это же Россия. Россия. Это тебе не Россия. Это Америка. У тебя даже флаг на груди американский. Ты что-то попутал. Сейчас полицию вызову. Полицию сейчас вызову. Давай, вали. Вали, вали. Ага. Они здесь, в кафе. Открыто. Выбрали. Ехали на пляж, первый выезд, небольшая парковка, парковка бесплатная, там есть туалет, раздевалка. В общем, на отдыхе нужно хорошо кушать. Поэтому мы набрали целый этот, как его, тележку всякой еды. Это первый покупка. Хотя не первый уже, да? Ты уже не первый раз покупаешь? Я? Да. Или первый раз? Потому что сама выбираешь, что ты хочешь там в Америке. Что? Ну все. Сейчас мы сами все. Я кассир. Я сегодня кассир. Вот. Кассир я. Привет, я кассир. Вот сейчас мы посмотрим, сколько стоит продуктовый набор продуктов для 8 человек на пару дней. Да? Да. Почему на пару дней? Вот ты сказал на пару дней, это все. Нет, то, что я приготовлю из этого на пару дней. А все остальное, это готовая продукция на, может быть, больше, чем на пару дней. На 3 дня. Ну вот, Walmart Neighborhood обеспечил нас продуктами на сколько-то дней. Неизвестно сколько, $200, короче, все это вышло. Посмотрим, сколько мы будем есть $200.